Тебе знакомы радость побед и горечь поражений. Ты помнишь самые жаркие битвы в Эль-Аламейне, Мидлбурге, Нормандии. Но на старте боя никто, кроме тебя, об этом не знает. В World of Tanks Blitz теперь можно качать ранги и показывать свое мастерство еще перед боем. Ранг твоего танка будут видеть все во время боя и после его окончания. Сразу видно, этот командир изучил свой танк вдоль и поперек. Ранг — это показатель твоего опыта игры на конкретном танке. Чем больше на танке боевых достижений, тем выше его ранг. Для начала на танке нужно прокачать все модули и даже следующие машины из ветки. На премиум-танке уже все готово. Отлично! Теперь весь боевой опыт, что ты заработаешь на этом танке, будет прокачивать его ранг. Все бонусы от бустеров до сертификатов X5 опыта тоже учитываются. Когда индикатор ранга заполнится, ты сможешь открыть его за кредиты. Сам опыт при этом не тратится. Ты можешь переводить его в свободный или тратить на прокачку навыков экипажа. Сперва ранг будет расти довольно быстро. Но чтобы прокачать максимальный 50-й ранг своей машины, придется как следует постараться. Вместе с рангами будут разблокированы счетчики достижений. Первые два — урон и уничтожение — откроются на 7-м и 9-м рангах. А на 11-м ранге станет доступен уникальный счетчик, который заточен под особенности и роль твоего танка в бою. С ростом показателей на счетчиках медали становятся красивее и внушительнее. 10-й, 20-й, 30-й, 40-й и 50-й — это особые ранги. Чтобы их открыть, нужно не только накопить опыт и кредиты, но и заработать на танке знаки классности. Юбилейные ранги меняют цвет и оформление иконки ранга. Внушает, не правда ли? Прокачивай свой ранг в World of Tanks Blitz. И пусть все увидят уровень твоего мастерства. Впервые ранг появится на новом Т-77. Уже скоро. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое важное.